Судя по официальному отчету НАТО о визите генсека НАТО на Кавказ, визит Столтенберга имеет примечательную деталь. Об этом политолог Акоп Бадалян написал на своей странице в Facebook. Он встретился с премьер-министрами и президентами Армении и Грузии. Но это связано с моделями управления, которые есть в Армении и Грузии. В Азербайджане Столтенберг встретился с президентом, премьер-министр, естественно, низкого статуса, а вторая встреча будет с министром иностранных дел. Однако примечательно не это, а то, что в Баку запланирована и третья встреча с министром обороны. По крайней мере, согласно официальному сообщению, в Армении и Грузии подобная встреча не планируется. Так почему же генсек НАТО нарушает баланс в случае с Азербайджаном? Конечно, каждый может сделать здесь свое собственное наблюдение. По моей субъективной оценке, это обстоятельство связано с тем, что НАТО считает Азербайджан ключевым собеседником в регионе, что обусловлено прежде всего балансом сил. Но не только это. Для НАТО Азербайджан является мостом против России и Ирана, их сдерживания, а также к Каспийскому бассейну в этом контексте, а также к Центральной Азии в более широком геополитическом контексте. Помимо этого, несмотря на его важность, визит генсека НАТО Столтенберга на Кавказ – с момента появления информации о визите я обратил внимание на то, что через несколько месяцев он завершит свои полномочия на посту Генсека. Конечно, с некоторой относительностью, но его визит, вероятно, является прощальным визитом. Конечно, не на Кавказ, а прощальным визитом к своей должности. Например, в 2019 году такой визит совершил вернувшийся на пост премьер-министра Польши президент Европейского совета Дональд Туск. Его прощальный визит примечателен тем, что Тузг заявил в Сиванованке, что это место, где бьется сердце Европы. Конечно, события последующих лет и европейская политика по отношению к ним, по крайней мере, показали, что сердце Европы может быть в Армении, но разум в Баку. И, конечно, это совершенно понятно и нормально, хотим мы того или нет. Ненормально то, что нас научили и заставили, конечно, с помощью технологий мягкой силы измерять геополитику сердцем, а не умом, если он у нас есть, пишет политолог.